Всем привет! Ни для кого не секрет, что Letyshops является официальным спонсором моего канала, и фактически все ролики, которые выходили на канале с января месяца этого года, начинаются с их рекламы. Мне очень удобно с ними сотрудничать, так как данный кэшбэк-сервис является одним из крупнейших кэшбэк-сервисов в мире по посещаемости, и из всех кэшбэков, которыми я пользовался, он является, пожалуй, самым надежным и удобным. И все при этом в выигрыше. Я, как обзорщик, получаю стабильный доход, Letyshops постоянно расширяет свою аудиторию, а вы, как зрители, получаете качество и актуальный контент, при этом всем вы еще и экономите на покупках, а некоторые зрители даже умудряются на всем этом зарабатывать. Но сегодня я появился на ваших экранах не для того, чтобы рассказывать какой-то прекрасный кэшбэк и почему вы должны прям вот все сейчас бросить и перейти к ним. Сегодня вместо этого я поделюсь с вами своими лайфхаками, которые позволят вам выжать из Letyshops весь максимум, прям вот все соки из этой заразы вытянуть. Так что вот вам мой топ-5 лайфхаков, которых вы могли не знать, позволяющих выжать все соки из Letyshops. Поехали! Лайфхак номер один. Регистрация. Да, вот такой вот, казалось бы, наипростейший шаг, как регистрация в кэшбэк-сервисе, для многих кажется какой-то дичью. Оно и не удивительно, ведь за столько лет наш народ как только не пытались развести на деньги. То МММ, то пирамиды. Поэтому мы и на кэшбэк-сервисы уже смотрим с опаской. Какой смысл какому-то левому дяде платить нам за то, что мы совершаем в интернете покупки? Ну, на самом деле все просто. Есть интернет-магазины, которые хотят продать товар. Если вы просто в интернете создадите магазин и будете ждать посетителей, то вы никогда ничего не продадите, вам нужна реклама. Поэтому вместо того, чтобы нанимать огромный штат пиарщиков, интернет-магазины заключают с кэшбэк-сервисами сделки. Кэшбэк-сервисы размещают ссылки на их главной странице и всячески себя рекламируют. Вы же приходите на сайт кэшбэка, регистрируетесь, выбираете товар и покупаете его. За это магазин кэшбэку отдает определенный процент, а кэшбэк-сервис уже отдает процент вам, удерживая небольшую долю себе. Таким образом, чем больше людей зарегистрированы в кэшбэк-сервисе, тем больше кэшбэк-сервис сможет отдавать вам, и тем больше в итоге сэкономите вы. Так что, зарегистрировавшись в Letyshops, вы уже делаете первый шаг к тому, чтобы сэкономить больше. Лайфхак номер два. Кэшбэк с мобильного приложения. Бороздя просторы Алиэкспресса, можно наткнуться на товары, предлагаемые по более низкой цене в мобильном приложении. Но вот загвоздка. С мобильного приложения никак нельзя получить кэшбэк, поэтому не получится и применить скидку, и получить кэшбэк. Но, как оказалось, это можно. Тут всего два шага. Первое. С мобильного приложения находите необходимый товар и оформляете заказ, но не оплачиваете его. И второй шаг. Заходите с компа на Letyshops, авторизуетесь, переходите на AliExpress, находите там список заказов, находите тот самый неоплаченный заказ и нажимаете на кнопку «Оплатить сейчас». Таким образом вы получаете товар по цене с мобильного приложения, плюс еще получаете кэшбэк. Лайфхак номер 3. Купоны Letyshops. Эта тема вообще огонь. Короче, выбираете любой понравившийся магазин из списка, пусть это будет, ну, например, AliExpress. Тут расположены все купоны и акции, интересные распродажи, которые можно найти в данном магазине. Тут же указан, какой именно это купон, сколько людей уже воспользовались данным купоном. Нажимаем на «Показать промокод», переходим на сайт и применяем купон. Также можно подписаться на рассылку купонов, и если появится что-нибудь свеженькое, то вам сразу на почту придет уведомление с купоном. Однако, будьте внимательны. Некоторые магазины дают купон на скидку, например, 10%, плюс кэшбэк, например, процентов 5. Это уже получается экономия 15%. Покупаете, например, смартфон за 100 баксов и пятнашку получаете кэшбэком. Причем это не какие-то там мифические баллы или поинты, а реальные деньги, которые можно на самом деле вывести на карту, на Киви, вебмани или куда вы там выводите. Лайфхак номер 4. 4. Повышенный кэшбэк. Чем больше вы покупаете в Letyshops, тем больше у вас кэшбэк. Зайдя в личный кабинет, можно увидеть баланс своего аккаунта, сколько у вас в ожидании, сколько на балансе. Вывод средств доступен от 500 рублей. Заработав свой первый статус Letty бронзовый, вы получите плюс 10% к своему кэшбэку. Например, если кэшбэк для AliExpress по дефолту 5%, то в последующем он будет составлять 5,5%. С Letty Silver еще плюс 20% и с Letty Gold плюс 30%. А это уже на минуточку 6,5%, это серьезная сумма. Например, я купил на Али у Top One Xiaomi Mi 5 за 550 баксов. Мне 35 баксов 75 центов вернулись обратно кэшбэком. На эти деньги я могу прикупить, например, ну, несколько бамперов, может быть, пауэрбанк. Могу просто вывести эти деньги на карту, пойти в магазин, взять себе жвачки на 35 баксов. Ну, правда, с нынешним курсом я обожрусь жвачкой, и у меня выпадет челюсть. Но люди, которые не пользуются кэшбэками, они просто отдают
отдают эти деньги магазину и все. Более того, сейчас у Letyshops'а акция идет. При регистрации они дарят повышенный кэшбэк на месяц. За все время использования я навозвращал почти 10 тысяч рублей со своих покупок. По сегодняшнему курсу это почти 150 баксов. Это считайте, Xiaomi Redmi Note 2 в топовой комплектации я получил, ну, на халяву. Лайфхак номер 5. Приведи друга. Считать это основным и единственным доходом нельзя, а скорее, ну, просто таким приятным бонусом. За год мои рефералы мне принесли всего лишь, ну, около 1000 рублей. Суть проста. В личном кабинете вы можете сгенерировать специальную ссылку, пройдя по которой человек станет вашим рефералом. Из кэшбэка ваших друзей вам будет капать по 15%. Если он зарегистрируется по вашей ссылке или не по вашей ссылке, то на его доходах это никак не скажется, а вот вам от Letyshops'а прилетит благодарочка. Деньги, кстати, выводятся очень просто. В моем случае, например, я вывожу на кошелек Kiwi, просто ввожу свой номер, ничего привязывать, никакие документы туда загружать не нужно. Нажимаю на кнопку «Вывести средства», и заявка уже попадает в систему Letyshops'а. Letyshops эту заявку обрабатывает, и в течение, если не ошибаюсь, 3 дней, то сразу прилетает мне мой бабос, кровно заработанный. В первый раз я штукарь выводил, у меня это заняло около 1 дня, во второй меня обработали, ну, буквально за 2 часа. И давайте видео уже закончим на позитивной ноте. Если данное видео, например, наберет, ну скажем, 5000 лайков, то мы совместно с Letyshops'ом разыграем какой-нибудь очень ценный приз. Так что давайте так сделаем. В комментариях вы оставите название смартфона, который бы вы хотели получить на халяву, и какого варианта будет больше, того мы и разыграем. Обязательно подписывайтесь на канал, так как я тут не только Letyshops рекламирую, но и делаю очень крутые обзоры. В группу вступайте, у нас там очень уютная комьюнити любителей китайских гаджетов. На второй канал загляните. Всем спасибо за внимание и всем пока.